пройдемся вот вдоль вот этой штуки туда. А ты не хочешь сейчас отснять эти? И пойдем туда. Вот я очень хочу эти крыши видеть. Ага. Только скажи, куда мне встать? Мы их видели. Давайте на самом деле вот, вот отсюда мы их видели, вот оттуда. Угу. Вот, ребяточки, такая красота. Отдаю Ань тебе. Ай, пусть народ наслаждается. Ой, как меня ты будешь видеть? Вот так ты видишь меня или нет? Нет, ты вот так меня видишь. Вот так ты меня видишь. Давай. Так, я сюда захожу. Ну давайте туда. Ну лучше вот сюда, вот здесь вот встать, okay. Чтобы на фоне крышки посидеть. Okay. Да, ребят, это фотосессия у нас. Я тут уверен за вас немножко на вопросы отвечаю. Хорошо. Красивая, все пишут, очень красивая. Видишь, портретик, да? Uh-huh. Может, просто с глазками, с прикрытыми, да, сделаем? Меня сейчас... Такая у нас тут фотосессия интересная. Чай скоро будет, ребята, на страничке. Все в порядке, не переживайте. Семен, Вова, Семен, пожалуйста. Он везде с нами. Все, мы уже в национальном костюме. Вот смотрите, ребята. Отлично. Портретики сделали? Да. У-у-у. Так, и теперь на фоне крыши где-то вот так. Да. А пока Семена туда. Тему, Эвелина, да? Так, я хочу сейчас выйти с телескопа и снять немножко здесь видео. Давай вот сюда. Ребятки, вот мы вам показались. Вот тут еще... Одевайте шапочку, шапочку. Сейчас вам покажу еще своего господина. Купаться в костюме, естественно, я не буду. Костюм взяли театральный, на прокат. Это все папье-маше. Тут, правда, есть еще у нас вот такой... Вот еще у нас есть какой господин. Вот какие мы здесь. Вот, помаши всем, все, помаши, встань, встань. Ну встань, ты так вот за маму спрятался, помаши. А десерт мы будем есть? Да. Тогда вставай. Вставай. Ну, короче, Сема не встает. А то бы мы были как в сказке, действительно. Позы придумываю сама. Ну что же, наш небольшой выход в перископ сейчас опять закончен. Хочу снять видео, чтобы выложить его в Инстаграм.